обзор моих находочек из помойки. Какой прекрасный обзор находок у меня вышел. На часах 2 часа ночи. Не поехать ли мне опалить медяшку? Можно заработать денег. Я как раз собираю деньги. Мне они нужны. Всем привет, с вами Штребух. И в этом видео я решил сдать свою медяшку. А именно целую сумку меди, которая лежит на балконе, которую я собирал примерно месяцев 5 на помойках. Сейчас я поеду ее полю в 2 часа ночи, а потом вам обязательно ближе к концу видео покажу, сколько я на этой медяшке заработаю бабла. А вот здесь, ребята. Ой. Ты че? Там же все слышно на балконе у соседей нашего. Блин, я не хотел шуметь, просто я решил отпалить медяшку в 2 часа ночи. Охренеть, ребят. Сколько много меди. Просто посмотрите. Огромнейшие просто две сумки с медяшкой. Здесь есть различное количество проводов. Все из помоечки. Есть даже вот такие катушки из телевизора. Это я на помоечке телевизоры находил, разбивал. И все собирал медное в эти сумки. Ну а теперь я, собственно, оделся и подготовился в путь. Для того, чтобы опалить медяшку, самое главное, что нужно, это перчатки, потому что руки будут черные в гаре. Также нужна колонка JBL, чтобы скучно не было и можно было музыку послушать, потому что будет скучно. Опаливание медяшки – это долгий процесс. Также нужны бокорезы, чтобы там вилки от проводов откусывать. Нужен ножик, возможно, пригодится. И самое главное, ребят, это вот это. Жидкость для розжига. Я ее находил в помоечке, тут немножко, но мне в принципе хватит. А для совмещения жидкости для розжига возьму вот такой бумажный пакет и бумагу А4. Также еще взял вот эту чистую сумку, чтобы в нее уже складывать опаленную медяшку. Ну а теперь мы перемещаемся в машину и едем в поле. Сумки, кстати, тяжелые. Вот эта сумка весит примерно килограмм 7, а это килограмм 9. Осталось только это все загрузить в машину и поехать опалить. Очень интересно, сколько я заработаю с меди. Я думаю, примерно 1003 рублей. А как вы думаете, сколько я заработаю? Пишите ваши варианты в комментариях. Ну а вот, собственно, мы приехали на место, где будем опаливать медяшку. Здесь ебеня, никого нет, поле. И здесь будет супер хорошо опаливать медь. Сейчас мы к этому делу и приступим. Бокорезы заржавели. Они мне сейчас очень нужны. Ведь именно сейчас я буду подготавливать провода к опаливанию. А именно буду отрезать вот эти вилки, которые мне не нужны. Здесь стальные штыри, которые не примут. Вот от чайника провод. Тоже эту штуку надо обрезать. Еще одна вилка. И еще одна. Хорошо, что я до этого большее количество вилок и различной ненужной фигни уже поотрезал. Также нужно сейчас разобрать на медь вот эту катушку. А вот уже полностью готовая медь, ее не нужно опаливать. А вот эту интересную штуку я достал из огромного телевизора. Вот здесь находится медь под этой оплеткой. Но вот эти интересные плоские штуки мне непонятно. Возможно, они тоже из меди. Сейчас проверим. Капец, ребят, тут тоже медь. Посмотрите, как блестит. Вот это я прям так и опалю. Ну все, осталось это поджечь, подождать, пока сгорит. И приступить ко второму этапу.
Я ее аккуратненько скомпоновал. И сейчас осталось напихать только по краям бумаги, полить жидкостью для розжига и поджечь. Нужно напихать со всех сторон, чтобы горело все равномерно. Горит восхитительно. Красиво. Уже чувствую запах прибыли. Как тепло, хорошо. Сейчас опять так подгорел. Кстати, да, уже припекает. Да. Ну и пока опаливается медь, мне нужно разбить медные катушки с телевизора. Это сделать очень легко. Нужно просто разбить вот эти графитовые или какие штуки и извлечь оттуда провода медные. Вот это, конечно, разбить уже посложнее. Ребят, я думаю, что многие из вас, так же как и я, паливали медяшку и зарабатывали на меди бабки. А мне очень интересно, сколько именно ты заработал на меди? Пиши свою прибыль в комментариях, мне будет интересно почитать. Когда опаливаешь медяшку, нужно обязательно найти какую-нибудь палку, чтобы ей переворачивать медные провода, чтобы они горели равномерно. Вот как вы видите, вот здесь с краю провода не подожглись. Их нужно подкинуть в центр костра. Костер очень горячий. Время на улице 3:30 утра. И угадайте, что я делаю. А я паливаю медяшку, и скоро будет пушечный контент на канале. Покажу, сколько заработал. Медь уже почти опалилась, и я знатно провонялся дымом. Скоро начнется второй этап. Ну и собственно все, медяшка догорела, и осталось ее отбить от нагара. А для того, чтобы это сделать побыстрее, нужно ее раскидать, чтобы она поскорее остыла. Ведь она очень горячая. Как видите, здесь все красное. И огромные медные косы. Посмотрите на мою добычу с помоек. Ух ты, блин, какая ботва тяжелая. Ну и собственно вот эта медь, которую я отбил от угольков. Руки очень сильно запачкал, у меня даже порвалась перчатка. Сейчас я это все сложу в сумку, еду домой и узнаю, какой вес у этой меди. Сумка уже тяжелая. А теперь магия монтажа, и мы уже дома. Ну и все, вот мы и дома. Сейчас нужно только мне руки помыть. Ну а теперь будет контрольное взвешивание меди перед сдачей металлоприемку. Соня тут уже села, взвешивается. Моя кошка весит 3,5 килограмма. Сбросим весы. Ого, 9 килограмм и 100 грамм. Сейчас лягу спать, а уже утром сдам эту медь в металлоприемку. И мы узнаем, сколько я заработаю. Вот как видите, ценник на медь. Вес, ребят, 8800. Кстати, у себя взвешивал, у меня было 9100.
А вот это как? Это тоже по этой же цене, да? Да, да. Понял. 3610 рублей. Понял. Круто. Я ее копил, блин, 5 месяцев. 5 месяцев? Да, провода эти все. С чайников обрезал. Я по помойкам ползаю. Там. Хобби у меня. Я заработал 3600 рублей. Довольно-таки неплохо. Но собирал я, конечно, ее очень долго. Аж целых 5 месяцев. Вроде бы и немного денег, но все равно приятно, так как мне это не составило больших трудов собирать эту медяшку на помоечках. И вы, ребят, можете так же, как и я, собирать медь. Но не на помойках, конечно. Может, где-то в гараже поискать у дедушки, спросить, пару проводочков там в сумочку складывать, потом опалить и, как я, заработать и показать прибыль. С вами был Штребух. Я надеюсь, вам это видео понравилось. И если я еще буду что-то сдавать, обязательно засниму видео. Всем пока!